Дорогие луганчане и гости нашего города, начинается торжественное богослужение во славу города Луганска, во славу его новых молодых семей и всех жителей. Торжественное богослужение проводит архиепископ Луганский и Алчевский Митрофан. Благослови Высокопреосвященнейший Владыко! Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков! Аминь! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Благословен гряды во имя Господне. Благослови, исповедайся, Господи, в яко благе повек милость Его, о вышедшего душами именем Господне по земля всем, и умру, но живуду и повек дела Господня. Аминь, Боже, не приможа сердущий силы своего Бога, луганчане, дорогие молодожены, сегодня нашему городу исполняется 218 лет. И все эти годы разные поколения луганчан делали славу города Луганска. И сегодня очень серьезное событие. День рождения города в нашем городе. 12 молодых ребят,
обручается. Мне очень хочется пожелать, дорогие молодожены, чтобы самым главным испытанием была сегодняшняя погода у вас на всю жизнь. Чтобы она была светлой, она была хорошей, она была успешной. Вы знаете, я думаю, что этот день должен принести вам счастье. Ну а город Луганск очень бы хотелось бы, и мэру города, чтобы наш город процветал. А он может только быть богаче и красивее благодаря вам, дорогие молодожены. Потому что главное богатство нашего города – это прежде всего люди, которые живут, жили и будут жить в нашем любимом городе. И мне очень бы хотелось, дорогие ребята, что может быть через год, а у кого-то и пораньше, а может и попозже, мы на этом же месте говорили добрые слова вашим молодым детям, потому что дети – это наше будущее. Я хочу искренне поздравить всех вас, дорогие друзья, и нас всех с большим праздником – день рождения города. И в этот день рождения мы видим таких великолепных молодых ребят. Счастья вам, любви вам и с праздником! У микрофона архиепископ Луганский Алчевский Митрофан. Уважаемый Сергей Иванович, дорогие отцы, братья и сестры, дорогие молодожены, только что мы совершили благодарственный молебен Богу в такой прекрасный, памятный и праздничный день для нашего города. Этот храм, возле которого мы совершаем молитву, становится уже символом духовного возрождения Луганщины. И то, что в сегодняшний день молодые пары пришли сюда для того, чтобы получить благословение на свою супружескую жизнь, это знак того, что духовная жизнь в нашем крае процветает, что мы возвращаемся к духовным традициям, которыми жили наши предки. И в сегодняшний день я хотел бы сердечно поздравить всех луганчан и в особенности молодые пары, которые сегодня присутствуют здесь, с этим прекрасным, праздничным и торжественным днем. Вам, дорогие молодожены, я желаю Божье благословение на вашу супружескую жизнь. Любите друг друга, будьте верными друг другу. Чаще обращайтесь к Богу с молитвой, если у вас будут возникать какие-то трудности и проблемы. Если будут радости, то тоже не забывайте возблагодарить Бога за то, что Он посылает вам и радости, и помогает в ваших трудах. Сейчас мы вручим вам иконы Спасителя и Божьей Матери. Пускай они будут видимым знаком Божьего благословения на вашу супружескую жизнь, и пускай эти иконы станут вашей семейной святыней, которую вы будете передавать своим детям, своим внукам и правнукам. Желаю всем вам счастья, благополучия, и да хранит вас всех Господь на всех путях вашей земной жизни на многое и благое лето.